Всем доброго времени. Ну, сегодня у нас, так скажем, образовался небольшой выходной. Мы решили с Юлей выйти покатать гостей. Ну и сами немножко отдохнуть. Хотя это трудно, конечно, назвать отдыхом. Гости бывают разные. Но, тем не менее, как-то смена обстановки, она иногда необходима. Поэтому сегодня мы покатаемся. Чуть-чуть, немножко дневная прогулочка. Вывезем людей на прогулку и все. И будет нам счастье. Ну все, вышли. Ветра нет. Практически полностью все закисшее. Ну, сейчас выйдем в пролив. Туда большая площадка, хотел сказать. Вот, может, что-нибудь и будет. Какой-нибудь ветерок поймаем. Вот таксилек выпустим. Поселим немного. Красота. Вот, путешествуем. Влюбленные. В позе Титаника. Ну, а мы отдыхаем и наслаждаемся прогулочкой. Прекрасные виды города Перост. Точно не знаю, но вроде как он занесен в охранную книгу ЮНЕСКО или что-то в этом роде. Там два островка, вот один маленький, за ним второй, мы потом их обойдем. Высадили гостей, чтобы они прошлись, попили кофе. Довольно таки интересный городок, чистенький. Автомобильное движение тут ограничено. Он вообще малюсенький, его пешком пройти, там, не знаю, за 20 минут можно. Если с остановочками за час. Ну, как-то так. Много лодок, туристов, все отдыхают, хотя сегодня, на секундочку, понедельник. Но здесь это не имеет абсолютно никакого значения. Палак, как говорят черногорцы. Это значит на релаксе, на чиле. Никуда не спешим, никуда не торопимся. Ну все, откатали гостей. Высадили их. Это Порто Монтенегро. Черная жемчужинка там. Вон там вот белая яхта арабского шейха какого-то, магната или еще какого-то, миллионера. Ну, в общем, есть красивые, конечно, экземпляры. Вон, изумительный цвет, вообще классный. Ну, все, возвращаемся. Чаевых мы не получили. Ну, что ж, бывает и такое. Не от того, что мы плохо там что-то катали, просто люди, наверное, этого не знают. Ну, и ладно. Главное, чтобы у людей было хорошее, осталось хорошее впечатление и море позитивных эмоций. Ну все, прогулка закончена. Немножко прогулялись, отвели душу. Ничего не поймали. Выкидывали удочку там, где можно было. Трафик очень такой плотный. И боялись, что зацепится кого-нибудь. Поэтому местами выкидывали. Но абсолютно ничего нет. Ну все, сейчас яхту умоем, обмоем, почистим. Когда-нибудь в следующий раз еще выйдем. А впереди нас ждут трудовые будни.